Она должна быть в библиотеке. О, да ладно. Тихо, тихо, тихо. Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, сегодня мы вновь с вами отправимся на рыбалку, половим щуку и окуня. Еще с вечера мы с Евгением приехали, выставили 10 жерлиц на щуку, и у нас две сработочки. Первая сработочка вымотана все. Вообще мы планировали, честно, поехать за кумжей, но проснулись с утра, минус 21 градус. Какая кумжа? Это дома в городе минус 21, а на месте рыбалки, наверное, 25-27 градусов. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вымотано все. Не знаю, есть здесь рыба или нету, но должна быть. А, к сожалению, ребята, пусто. Ладно, пойдемте ко второй и представим возможность Жене вытащить. Может, у него получше получится. Всем привет большой. Начинаем рыбалку. Попробуем. Может, у меня теперь удача мне улыбнется. Страшно, да? Может, перчатки надо снять? Конечно. Я просто пишу, не хотелось полу руками делать. Ну да. Здесь точно есть. Да? Угу. По размеру? Небольшая пока. А вот теперь начинает упираться. Опа, пошла. Тихо-тихо-тихо. Что ты? Приятный звук. Вот ты посмотри, какая. Сколько? Полторашка, слушай. Да. Красавица. Ну что, Евгений, можно домой? Нет, надо еще попробовать. Такую щуку приятно ловить. Да, слушай. Ну видишь, тебе сегодня везет, поэтому вытаскивать в основном будешь ты. Ладно, рыбачим дальше. За последние 15 минут третья сработка, я не могу ни одной реализовать. Понимаете, я не знаю, что за рыба. Все, опять сбито. Так, ну и что я думаю? О, еще одна сработка. Выстрел. Я думаю, надо Жене дать попробовать. Может, он вытащит. Пойдем, Евгений, сейчас ты будешь тащить. А здесь, наверное, и корюшку не успела разморозиться. Не успела разморозиться. Жерлицу наклонила. Посчитай, да. Есть! Ух ты! Ну, это хорошо. А, все. А нет, иди сюда. Иди сюда. Не рви, не рви, не рви, не рви. Фух. Ну, малыш. Ну, порадовал. Да. Загадывай желание, отпускаем его. Именно так. На замороженную корешку. Да, она не успела даже разморозиться. Ну что загадаем? За дедушкой и бабушкой. Каждый сам загадывает. Давай, да. Хотя ты неудачник, вообще не загадывай. Сколько раз дергал, ничего не поймал. Ну, Жень. Реализация у меня 2 из 3. Согласен. Вернись обратно, я не до конца догадал. Ладненько. Ну как тебе? Рыбалка уже очень нравится. Все, жерлицы щелкают. Что, еще одна? Да. А, ну да. Ну что, давай. Теперь ты. Да, мне все равно не повезет. Нам слушай, мы так с такими темпами и окуней сегодня не половим. У нас корюшка не закончилась. Вот. Это да. Супер подсекатель идет. Надежды нет. Я, наверное, неудачник сегодня, хотя не вымотано все. Есть. А это что такое? Что-то я не могу понять. По повадкам налим. Хотя, не-не-не. Что-то сейчас хорошее будет. Хорошее что-то идет. Мягко, но сейчас не дастся. О, да ладно, давай. Ох, ёка. Ну что, ребят,
И я сегодня красавчик. Даже у меня покрупнее, чем у Жени. Это точно. Красавчик. Согласен. Давай, давай, кто быстрее. А лед разбит. Как рыба? Небольшой. Хоть... Подожди-то, небольшой. Пошла? Пошел. Дай-ка посмотрю на твое лицо счастливое. Удачи мне, сейчас подожди. Тишина. Тишина должна быть в библиотеке. Что-то там хорошее, Жень. Ну да, полторашка. Морду-морду суй. Ну, килошка. Не, кило 200. Кило 300. Слушай, нам сегодня везет. Так. А ты за кумжей поехали минус 25. За кумжей минус 25, Жень. Щуку ловить, я ж говорю. Красотки. Чуечка, да, у меня? Да, но окуня мы с тобой точно не половим. Да, я так чувствую. Поскольку мы еще прошел час, мы сесть не можем за окунем, потому что бегаем как спортсмены. Мы еще даже жерлицы не можем все снарядить. Да, олимпийский резерв. Жень, бросай, у нас еще сработка. Мы так жерлицы никогда не насадим. Ну ладно, раз выход идет, нужно идти, ребят. Пойдем, побежали. Ладно, пойдем. Как мне мама говорит, сделаем, как мама говорит. Если пришел, тихо, поставь флажок и жди. А что ждать? Сработка! Слушай, а там была... Нормально? Она как додованула туда. Нет, ну я старался. Бывает, бывает, Миша. Ладно, я ее не сильно наколол, через часик еще раз клюнет. Женя, мы все-таки окуней не половим, у нас опять сработка. Да, у нас все стоит на рыбном окуневом месте, но мы не можем. Мы занимаемся спортом. Ой, еще сразу сработка. Ага, вижу. Сейчас, подожди, иду. Надо корюшку взять. Есть? Есть, но маловат, конечно. Шпротик. Где? Вот возле лунки ушел. А кто был-то? Черенок. Черенок маленький? Да, такой нет. Головой воткнулся и ушел. Ну ладно, слава богу. Ну у нас потому что здесь было только свежее мороженое насажено. Жень, еще две. У меня уже сил нет ходить. Оставь меня здесь. Оставь меня, командир. Я буду лежать рядом с этой лункой, да? Две сработки. Ладно, давай насаживаем. Да, насаживаем и пойдем. Я хочу посмотреть, сколько мы шагов-то нафигачили за два часа. Да мы, слушай, тысяч, наверное, уже 10. Мы только что бегаем, туда-сюда, туда-сюда. За два часа мы уже прошли 14 тысяч шагов. 14 тысяч шагов за два часа? Ну, так мы только вот так вот ходим туда-сюда. Ну, нормально, что? Жерлицу выбил, аж перевернуло. А толку? Пойдем в следующий. Пусто. То же самое, растащит. Ну что, отдыхаем? Уже да. И ловим окуней. Наконец-то. Да. Поймал? Да. Молодец. Только сел. Я знаю, Мишань, я только сел. Две сработки, Жень. Я только сел. Одна все. На середине, на я пяти только... метрах. Меня нет. Ну давай быстренько еще одного лови. И пойдем. Жень, вымотано все. О, да. Вот это хорошо. Хорошее? Угу. Я же тебе говорил, глубина сработает. А ты говорил, нет. Он никак щука идет хорошо. А это крупное. Давлением бьет и слушай, лед надо разбить. Угу. Не втащишь. Я вообще что-то было запутано. Или крупное, да? Тихо-тихо-тихо. Хорошая, да?
такая, наверное, полторашечка. Полторашечка. Слушай, еще одна сработка. Вот это мне нравится. А я тебе говорил, давай отсюда переставим с 5 метров. Нет, смотри-ка, ты правильно сказал, давай ждать. Ох. Полторашка. Полторашка, красавица. Красавица. Молодец, какая. Леску перепутаешь не все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну слушай, хорошая, да? Да. Отлично, отлично, Миша. Зачет. Давай, у нас еще сработочка есть. Да что ж это такое-то? Я удочку поставлю, она здесь. Бред какой-то. Второй раз утаскивает. Так, ну сейчас я поставлю и буду рядом сидеть, наблюдать за ней. Давайте, окуни, где вы, которые у меня удочку утаскивали? О, есть, сходу. О, какой, слушай. Смотри, какой, зачет. Тебе нужен? А? Оставляем крупный? Хорошо. Ну-ка, давайте еще разочек. Проверим, здесь ли они или убежали. О, сходу. Во какие. Вот это окуни. Я понимаю. Ага, ты тоже там выкидывать начал. Я даже крючок не поправляю. Если он рядом здесь болтает, значит сейчас клюнет. Есть, нет, поменьше. Этот нам не интересен. Чуть-чуть бы помельче, можно бы наживку было использовать. Пойдем, у нас еще сработка. Пойдем, Миша. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Шестая сработка подряд. На эту жерлицу. На эту жерлицу. Там уже корюшка избита вся. Нету? Да что ж такое-то, я уже не знаю, что и делать. Корюшка целая хоть? Остатки ее, по-моему, есть. Она все вообще, жизнь ее испотрепала, как могла. Ну... Будем еще раз ставить. Конечно. О! Ну-ка покажи, Евгений. Отец окунец, а! Ну вот это да, слушай. Вот они только. Старые наши друзья, да? Да. Ну вот сколько? Это. Грамм 400, наверное, слышишь. Класс. Огонь. Вот они, наверное, кстати, из дербани, вот корешку. Наверное. Пусть давай живет. Отпустим, да. Отпускай его, пусть плодится. Такие окуни редкость остались. Да. Пока рыбаков немного, пусть живет. Красавчик. Да, очень хороший. Да все, пускай бежит. Отлично. Молодец, Евгений. Больших тоже нужно отпускать. Да. Мы средненьких возьмем. На коптюшечку. Да. Пожарить. Ну и много нам тоже окуней не нужно. Да. Возьмем немножечко. Нам главное удовольствие получать. Да. Ну и вам контент делать. Угу. Пока у нас без клюя. Окуни не клюют, щуки тоже. Решил я затестить свою новую камеру. Камера у меня Калипсо. Вот я ее дома раскрыл, посмотрел, повключал. Мне она понравилась. Не знаю. Вот такая она небольшая. Помещается вот в таком кейсике. Камера небольшая, компактная. Вот такая. Ну, потестим. Потом вам когда-нибудь расскажу о ней. Не дали нам даже камеру открыть, щуки. Сразу же сработка. Давай, подожди. Вот крутанет. Перчатки надо снять. Давай еще чуть-чуть, пожалуйста. Еще чуть-чуть, да. Пожалуйста, щучка. Она рядом, видишь, была.
Есть? Да. Как по ощущениям? Все, ушла. Ушла? Хорошая была? В районе килограммчик-то была, 100%. Наш, как всегда, крупный уходит. Ребята, первые ощущения офигенные. Вот реально мы смотрим, там столько рыбы оказывается. Но не клюет. Давай, Жень, покажи. А видите? Окуня много. О, идет. Носом смотрит, видишь? Надо блесну брать, Жень. Да ты видел мормышку возле носа трясем и ничего? Ну это да. Они просто толпой собрались на твою камеру посмотреть. Не реагируют. Все, понял. Говорит, камера Калипсо новая, надо бы ее откусить. А вот они. Вон, вон они все. О, ничего себе их там. Вон их, видишь? Ага. Вон их. Много. Много. Слушай, ну прикольно смотреть, дно зато знаем. Вот здесь свал, видишь? Да, начинается. Вот они на свале все и болтаются. Прикольно, мне нравится. Крутит? Ага. Есть? Опять ушло? Нет, 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 все сидит. Ты ее возьмешь? Не знаю, хорошая. Такую луночку-то. Хорошая? Тихо, 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 тихо. Сколько? Ну, двушка, наверное, есть. Двушка? Да. Забирай, 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 забирай. Ну давай, братан, чё ж. Не подведи. Ну ты не вытащишь. Я уже начинаю волноваться. Ты ее не вытащишь, такую лунку. Жалко, багорика нет у нас. Дома багорик. Никак. Хорошая. Она только-только войдет, слышь. А, ну, слышь, а, двушка. Двушка. Ну сопротивлялась она, двушка, мощь, смотри. Двушка. Ну да. Ну еле, еле. Давай ее. Отпускай. Блин, а просто на молодая, на опыте. Черт. На адреналине. Это я, скорее всего, на адреналине. Ну, извините, ну хоть что-то. Ну, классно, что. Нормально. Жень, они хоть клюют, это тебе не окуни. Которые отказываются. Да. Ну что ты там мучаешь? Никак. О. Давай, ну, сколько здесь? Здесь? Грамм 700. Грамм 700, 800. Все, веди бабушку, мы желание. Тебя отпускаем. Да. Ты травмировалась не сильно. Да она вообще не травмировалась. А рыбы нет. Поборолась хорошо. Давай. Ну как? Что там нужно снять? Еще одна сработочка, я видел. У нас даже две сработки сразу же. Пусто. Крутит. Есть. Есть рыбка. Даже помельче, чем у тебя. Шнуёчек. Ну, взяла по-взрослому. Ну, да. Там главное, чтобы не поранило. Опа. О, хороший, слушай. Ну, не как тот. Ну, да, конечно, помельче. Но с учетом того, что у нас уже темнеет. Ну, да, уже после обеда рыбка, по идее, должна не брать, а у нас она ловиться начинает. Куда? Отпускай его, пусть живет. Давай, давай. Монтируй. Монтируй. Нет, этого отпустим. Мы с учетом того, что мы видели, как он клюет, что он просто смотрит. Вокруг собирается штук 5-6 окуней, но они просто отказываются брать. Thank you.
это уже посолиднее что-то. Одной давай. Отлично. Есть. Отлично. Хороший окунечек. Сейчас я тебя отпущу, родной, не переживай. Так, родной, все, беги. Это наш сегодняшний улов. Самое крупное 2100. Это кило 700, полтора и там кило 200. Но это, который мы не смогли отпустить, да, к сожалению. Ну и немножко окуней. Совсем немножко. Как тебе рыбалка, Жень? Ой, рыбалка сегодня была беговая, я бы сказал. Бегали мы много, часто. По шагомеру в районе 16 тысяч шагов мы пробегали по озерам туда-сюда. До обеда клевала очень активно рыба, очень активно. Мы набегались, не смогли даже половить окуня. Приехали вроде как окушка половить, но щука нам этого не дала сделать. И с самого утра, с 9 часов мы бегали, грубо говоря, до часу дня где-то. Да, до часу дня был активно. Да, и после часа, ну, естественно, уже клев не такой, но и много окуней отпускали мы. Такого хорошего грамма 400 мы отпустили, чтобы он дальше рос и нас радовал в следующий раз. Этих мы взяли так, пожарить. В принципе, рыбалка была просто обалденная. Найти такую рыбалку сейчас тяжело, но мы ее нашли. Скумж у нас сегодня не получилось, но зато оторвались мы по щуке. В принципе, все было замечательно, ребят. Всем советую на рыбалку ходить почаще. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. К Жениным словам рыбалки мне больше добавить нечего. Рыбалка была вот такая. По тесту камеры, пока мне камера понравилась. Она показала, рыба есть, дно какое, рыбу отлично видно. Можно приблизить, удалить, записать. Ну, в общем, дальше буду ее тестировать. И потом, когда-нибудь на зимней, на ливней рыбалке, я сравню свои камеры. У меня еще есть фишка 703, расскажу их отличия, плюсы, минусы. Ну, в общем, все вы позже увидите. А пока, дорогие друзья, все, всем счастливо, всем пока, до новых встреч.